Сразу два поменяли, надо. Да, ну ты сразу поменяй, тогда и все. Так, как оно пойдет, посмотрим. А у вас так сместителей нема, да? А менять на новый? Ну да. Не, ну есть, могу взять, поехать. Тут недалеко. Ну, в принципе, чтобы взять рубить, так рубить. Ну, давайте тогда я выкручу и съезжу, куплю смеситель новый. А в ванну тут можно ногами ставить или все подложить сюда? Да, вставайте в ванну в покое. В ботинках прям? Ну, что это? Ну, да, сейчас я вам помою. Куда помоем потом? Вставайте спокойно. Нам же зручніше буде робити. Так. Я как бы пошел. Если бы он еще дальше не сломался, то... Ну да. Это будет печально. А тут две воды перекрыли, да? А, воду перекрыли. А у вас колонка, да? Нет, в туалете перекрывали. Не, колонка газовая или... Не-не-не-не. Два счетчика? Да. Так, этот меняем, тогда я его откручу без этого, без боязни, что его поцарапаю, да? Ну да. Зач? Откручивай. Ну, смеситель, да. А вода, 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 папа, вода. А там точно она? Перекрыта. Выходи, горячую воду, папа, выходи. Не закрыто. А закрыто, папа, дивись. Давай, папа. Потому что вода тече, папа. Ну, дай, я посмотрю. Закрыли? Ага, вроде да. И че? А я спытал, закрыл или не закрыл. Включил оно, давай. Ты сейчас смеситель нормальный еще. Ну, подивись. Не, не, пап. Давай, горячая вода нормальная, давай на холодную. Так, сейчас поменяем, да и все, нормальный смеситель. Мне кажется, он долго не прослужит. Сейчас. Пошло. Ну то сейчас я быстро смотаюсь в магазин. Придется стану ставить. А на кухне там можно, да, его попробовать? Да. Сейчас попробуем.
так, так, так. Ексцентрики, значит. Алло. Доброго. А що у вас там трапилось? Які признаки?
А ну, хай вмикають. Воду? Ага. Але включай воду. Чай. Давайте спочатку одну. Так, да, одну спочатку. Є ще, да, гаража. Ага, тепер холодно давайте. Що там, а то в туалеті, да, льється? Що каже? В туалеті набирається вода. Ага. Де пожар? Володимир. Подивимо, що хай ваш телефон. Якщо надумаєтесь, так. Ага, сидіти до вас перезвон. А де? А. Так, все добре.